Сразу тогда прокинемся к основному вопросу, который мы должны с вами попытаться решить. Наверняка, если вы в данное видео попали, да, то вам этот вопрос тоже интересен. А вопрос заключается в следующем. Почему Россия не Америка? Да? А почему так случилось, что мы производим другое количество товаров, почему мы производим другого качества товары, почему для нас важнейшим является торговля ресурсами, как выскочить из этой петли, что сделать, как от этого избежать, ну, не знаю, попробуем ответить. Я долгое время пытался найти ответы на эти вопросы. И одним из таких мощных кирпичиков для ответа на эти вопросы это курс лекций Олега Вадимовича Григорьева по неэкономике. Собственно, тому, кому интересно более подробно это все, да, вот из первоисточника, то, пожалуйста, в Ютубе и в целом в интернете есть и видеосъемка этих лекций, есть и как это называется-то? Написанная, напечатанная. Стенограмма. Стенограмма. Да, стенографированные эти лекции есть. И самое главное, есть печатное издание, книга «Эпоха роста» Олег Вадимович Григорьев. К сожалению, Олег Вадимович Григорьев скончался год назад, поэтому сейчас его с нами больше нет. И постараемся, чтобы та идея, которая им была обдумана и развивалась, чтобы эта идея не погасла. Но сразу хочу предупредить, что в моем пересказе это, конечно, будет немножечко как в анекдоте про Каруза. Когда человек возмущается, говорит: «Каруза, Каруза, вы все восхищаетесь, такой замечательный тенор, Каруза, а я вот послушал, и мне не понравилось». Его спрашивают: «Как вы были на концерте Каруза, и вам не понравилось? Что не так?» Он говорит: «Да ну, сипит, фальшивит, в ноты не попадает. Вообще, что это такое?» Говорит: «Да не может быть. А когда вы успели побывать на концерте Каруза, и вот там такое исполнение?» Он говорит: «Да бросьте вы, какой концерт Каруза, мне сосед Шапира напел». То есть, да, вот буду выступать в качестве такого соседа Шапира.